31-летняя Рианна, обычно весьма скрытная, неожиданно разоткровенничалась. Во время недавнего интервью певица поведала о чувствах к бойфренду, миллионеру Хасану Джамилю, и о планах на замужество. Рианна впервые призналась, что отчаянно влюблена в Хасана. Более того, планирует стать его законной супругой. Однако, как заметила певица, боится сглазить свое счастье. «Да, я планирую, но знаете, как говорят, расскажи Богу о своих планах, и он над ними посмеется». А еще Рианна призналась, что мечтает родить от Джамиля ребенка. «Я ни о чем не мечтаю так страстно, как о том, чтобы стать матерью», сообщила певица. Между прочим, ради Хасана певица пошла на значительные жертвы. Если раньше Рианна, которую недавно признали самой богатой женщиной шоу-бизнеса, все свои силы и время отдавала работе, то теперь научилась, время от времени, делать паузы, чтобы полностью посвятить их общению с Джамилем. Так, недавно она, отложив запись очередного альбома, отправилась с любимым на Капри, где провела чудесные каникулы. Напомним, ее роман с Хасаном начался уже больше 2 лет назад. Впервые папарацци удалось заснять парочку в июне 2017-го. Хотя до недавнего времени они старались не афишировать свои отношения, репортерам периодически удавалось заснять певицу с ее любимым в разных точках мира.